О, дергает. Есть. Сидит кто-то. Ух ты, к берегу пошел и вправо. Где мой подсак? Сейчас уйдет. Ух ты. Опа. Видели? Это очередной подлещик у нас. Сейчас мы его распакуем. Вот он. Красавец. Клюнул вообще на опарыш. Очередной у нас подлещичек. Первая поклевка. Не знаю, есть, нет. Нет, скорее всего, не засек. А нет, что-то, по-моему, сидит. Сидит. Где мой дежурный подсак? Опа. Вот он, наш первый карасик. Первая поклевка, первый карасик. Опа. Не дрыгайся. Прямо удочку положим и распакуем нашего первого карасика. Аккуратненько. О, друзья, наш первый сегодняшний карасик. Поехали. Наконец-то отпустил. Отпустил, на меня пошел. Давайте попробуем, на меня пошел. На меня пошел, пошел на меня. Не знаю, есть, нет. Может, не засек. Но пошел на меня. Так, где мой дежурный подсак? Есть что-то. Трепыхается. Что-то. Опа. Опа. Трепыхается вовсю. Вот он. И зацепился. Вот он, наш подлещик сегодня, на сегодняшний день первый. Пока я одну засекал. Оп, на вторую у нас клюнула. Ту оставил. Не стал вытаскивать. И тяну. Сейчас посмотрим. У нас чем потрясть. Вот. Вот. Еще одного подлещика мы взяли с вами. Вот такой вот. Ну, это крупнее, чем до этого был. О. Но это покрупней, чем до этого, по-моему, был. А может и нет. Может такой же. Скажи всем привет. Скажи привет, друзья. Сейчас подождем еще чуть-чуть. Ну, давайте попробуем засечь.
Что-то идет тяжело. Может, в траву попал. И куда пошел под вторую удочку? Вот он, вот он. Уводит меня под вторую удочку. Вот он. Это у нас красавец карасик. Дергает, хорошенький. Клал, карасика пускал. Садок даже не разматывал, опять поклевка. Давайте засекем. Вытаскивать мне нечем. Нечего. Садка нету. Сейчас слабину я ему дал, не знаю. Возьмет, вытащу, не вытащу, если есть что. Походу на меня пошел. Сейчас посмотрим. Ух, мы какого леща взяли с вами, ребята. Подлещика или леща. Вот подлещик, вот это крупничок. Клюнул у нас. Только каразика загрузили, уже подлещик пошел сразу же. Вторым заходом.